Всем привет, доброе утро. Я уже проснулся и сейчас начал прибираться. Пока зайка монтирует, я начал приборку в квартире. Прошелся по холодильнику, выкинул все ненужное, испорченное. И сейчас буду домывать посудку, осталось маленько. И готовить кушать. Та-дам-та-дам. Все. Пока все. Самое нелюбимое, когда я мою посуду, это баночки, которые из-под кушания, и сковородки. Вообще не люблю их. А тарелочки так пролетают. И что такое счастье под Новый год? И это мандарины. Вот такие мандаринки почистил зайки. Сейчас их на долечки поделю и будем кушать. Всем привет! Сейчас? Да, я тут не здоровалась. А чем мы стоим? Потому что мы не едем. Почему? Потому что кнопку не тот не нажал. Привет! Мы сейчас пойдем в магазин. Опять в магазин? Да, закупать продукты на Новый год. И сегодня уже буду потихонечку подготавливаться. Сегодня продукты, завтра уже не идем в магазин. Ну, крайний случай, если что-то забыли. Сегодня уже крайний случай, идем в магазин. Нет. Все. Ну, у нас что, не только соль там захочется? Соль нет, соль. Мы без соли все едим. Ну, вот у нас, походу, опять дождь идет. Ого, так классно. Ладно, я убираю камеру. Капает. Мы пошли гулять с Рафой. Идем? Снеговичок тут у нас. Пойдем. Идешь? Дождик капает. Не люблю дождик. Не, я его люблю, но никогда прохладно. Сейчас, тем более, сегодня уже 30-е. Под Новый год с дождиком. Ну, придется привыкать, что делать. Так, да, тоже поднимается по ступенькам. Дай ручки. Сильно холодно. Что делать надо? Дай. У нас постоянно любят этот свет выключать вообще. Ладно, сейчас еще деньги. Хожу, включаю, потом все. Через 5 минут уже выключу, не знаю, что. Не автоматика точно. Надо пешочком ходить по этажам, полезно. Довольно давно не ходил. Уже дня 4, наверное, точно. Ходил, начинал. Зайкой торопимся, когда... Сейчас мусор еще схожу выкинуть. Еще раз поднимусь. Давайте. Удачи вам.
В магазине мы купили мандарины, мы взяли один мешочек, у нас может заканчиваться сахар, это мне на сладенькое надо будет, огурцы, пекинскую капусту, вот. Помидоры маленькие купили, мне нужны будут помидорки, хлеб вот такой взяли, любимый наш, точнее медведи его любят, творог вот такой взяли, мне тоже надо будет. Сметанку, батончик вот такой только был, больше не было батона, чеснок вот такой рассыпчатый взяли и один вот такой новый взяли еще попробовать, вот такой хлеб взяла черный свой, который мне понравился. Чеснок такой взяли еще. Так. Бананы. Надо мне будет. Шампунь у меня закончился. И яйцо. Такая наша закупочка была. Всем добрый вечер. Когда мы там снимали? А, продукты, да? Продукты мы снимали. Сейчас готовлю уже салатики, начинаю заготавливать. Да? Угу. Угу. Салатики. А ты что делаешь? Смотрю Жан Фреско. Аудиокнигу. Все лучшее, что не купить, не купишь за деньги. Угу. Вот такая. Интересно, во. А что еще делал сегодня? Пол помыл. Поприбирался, мусор повыкидывал. С Рафой погулять сходил, в магазин сходил. Сейчас уже устал, спать хочу уже. Вырубай. Я еще компот поставила варить, еще надо доварить. Еще только поставила. Не играл сегодня, хотел поиграть сегодня. Еще не играл. Ничего, после Нового года поиграешь. Сегодня успею еще поиграть. В смысле? Ты же не можешь. Завтра ты притворяешься, ты, да, так? Эх, ты хитрёга. А я буду кушать. Пельмешки варю. Я закинул, только забыл про них. Вау. Давай, вот так. И всё. Сама, конечно, не хрустишь, и... Сегодня хочу свой влог закончить. Там мы уже спать уже хотим, уже все. Я покушала. Покушала. Позанималась еще своими делами. И там Мишка включил фильм. Как называется-то? Агент Джон. Агенты Инглиш, третья часть. А почему третья, где первая? Не знаю. Ну вот, короче, уже досматривать не можем, уже спать охота. Всех целую. И обнимаю. Спасибо, что были со мной. Всех целую. И всем пока-пока. Увидимся с вами скоро в следующем видео.